«Дети – наше будущее». И в такой замечательный праздник, как День защиты детей, хочется осчастливить как можно больше ребятишек. И я с большой радостью поддерживаю телеканал «Шопеншоу» «Дари добро». Это прекрасная акция. Давайте все вместе дарить добро и осчастливим много-много детей и в этот день, и во все другие. Пусть наши дети будут счастливы. В них наше будущее.